Видеокурс «Стрит-тай. Самооборона на улице в стиле муай-тай». Узнай секреты самообороны и выходи победителем из любой уличной драки. Ссылка в описании под видео. Итак, следующая защита наша от бокового размашистого удара – это блок. И отсюда мы делаем такую очень хорошую вещь. Мы стоим в стоечке, пошел удар, мы ставим блок. Сразу правой рукой, основанием ладони – снизу вверх делаем удар в подбородок, теряя противника. Левой рукой делаем захват за одежду. Правой тоже прихвачиваем сразу за одежду. Колено правое наносим удар в пах между ног. И потом просто тянем его на себя, падая. И спокойно уходим или неспокойно убегаем. То есть здесь такой два варианта дальнейшего развития. Ну, очень хороший момент. Именно вот этого блока мы ставим, и противник полностью фронтально открытый, и сразу правой рукой наносим ладошкой в подбородок, не бьем кулаком, потому что можно травмировать, когда бить прямой удар. Есть вероятность попасть в лоб или в зубы, поотбивать руку. То есть такая травмоопасный удар, именно прямой, четкий. Но ладошка дает нам возможность такого шока небольшого, именно. И противник полностью уводит внимание, его все переводит наверх. Затем хорошее сделала прихват за одежду. Натягиваем колено в пах сразу. Бам! И уже дальше тянем на себя. Просто бросаем на пол полностью уже отбитого противника. Отрабатывайте эту отличную контратаку.